Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, Беззубик, покажи-ка, что ты мне принес. Так, древесину, рыбу и опять же рыбу. Забираем это все дело. Так, этих охламончиков мы с тобой отпускаем. Точнее, продолжаем фармить ресурсы. Так, давай-ка, древоруб за древесиной, костолом за рыбой. С этим чуть-чуть попозже разберемся. Так, сразу же мы с тобой отправим нашего Беззубика на поиски. Сейчас мы глянем, кто у нас тут. Хм, никто недоступен, что ли? Зубоскал спасен один. Я что-то такого не помню, если честно, чтобы у меня был зубоскал. Ну да ладно, я поверю им на слово, что есть такое у нас. Так, давай-ка мы посмотрим, что у нас здесь еще не открыто. Скорожал есть, вот, теперь можно мрачно зубы искать. 312, а что так много, ладно. 312, друзья мои. Рун я заплатил за его поиски, прикинь. Так, здесь мы с тобой вот такой обмен делаем. Шикарный, я бы даже сказал бы. Так, принцесса огнеедов, наша родная. Так, она повысила себе уровень. Давай-ка мы ее дальше отправим прокачиваться. Ну что, друзья мои, кузню я прокачал. И теперь дилемма в следующем. Теперь нам нужно очень-очень много ресурсов, а именно древесины. Почему? Сейчас объясню, ребят. После того, как мы с тобой прокачали нашу кузню. Где она у нас тут? Да что такое-то? Ладно, сейчас я ее этого отправлю. Что, не мешался. После того, как мы с тобой прокачали кузню, мы можем теперь с тобой. Так, чтобы повелитель викингов. Так, новое максимальное число викингов 6800. Но это если мы с тобой разблокируем второй уровень кузни. Для этого нужно будет, как ты видишь, 15 драконов раскачать до 112 уровня. Плюс поселить викингов 4550. Ну ты понимаешь, да, к чему я? То есть не все так просто. Мы с тобой делаем следующее. Так, сколько тут? 3. Ну, кто бы сомневался, конечно, 3. В общем, мы можем с тобой теперь улучшать наши домики. Но для того, чтобы улучшать наши домики, нам нужно с тобой очень много железа. Как бы тебе это показать? Где у нас тут домик-то есть свободный? Так сказать, не прокачанный. Ну, к примеру, вот этот вот, да? Что здесь нужно? Чтобы улучшить избу викингов. Великая кузня уровня 6. Значит, только вот такие домики я могу пока улучшать, ребята. Эти для меня еще пока не подвластны. Вот. Для того, чтобы улучшить один домик, ребята, мне нужно 5 железа. Ты понимаешь? И я не знаю, сколько он сейчас вмещает в себя. Ну, я так понимаю, будет вмещать 45. Вот так вот. Это час, ребята, делается постройка. Но, в общем, суть в чем? Что очень много нужно железа. Поэтому теперь даже вот не знаю. Либо фармить нам ресурсы, как мы это обычно с тобой делаем, да? Либо фармить нам железо. Вот, например, здесь железо 360, рыбы нужно, да? Чтобы нам кревет принес еще 4 железа. То есть, ну, как бы вот так вот, ребят, получается. Либо нам прокачать. Вот напиши мне в комментариях, что лучше делать. Все-таки собирать ресурсы или собирать железо. Потому что мне кажется, что без железа. Тут, смотри, улучшить 60. Ты представляешь, 60 железа нужно, чтобы вот этот домик несчастный повысить по уровню. То есть в данный момент мне нужно вот эти вот хибарки маленькие находить, которые. Я даже не знаю, где они у меня находятся, если честно. Вообще малюсенькие вот эти вот домики. Вот. Вот эти вот малюсенькие домики я могу только лишь прокачивать. Это пока. И вот таким образом мы с тобой добираем определенное количество. Вот, например, чтобы нам прокачать лохань, нам с тобой нужно 2990 викингов. Понимаешь, да? 2990 викингов. После этого я смогу прокачать лохань и, соответственно, дровницу. Но для этого мне нужно прокачать вот эти маленькие домики.
А потом, потом, надо будет еще кузню эту прокачать до второго уровня. Ну, я этого сделать не смогу, потому что, ребята, нам еще помимо этого... Ну, вот это вот, конечно, борзость, как по мне. Вот это вот, дракона 18 дракона 124 уровня. Почему, ребята? Потому что, чтобы прокачать нам следующий уровень, нам нужно прокачать академку. Для того, чтобы прокачать академку, нам нужно с тобой 3210 викингов. То есть, ну, как бы ты понимаешь, тут все закручено вокруг вот этих вот домиков. То есть нет... О, вот у нас еще, кстати, железо. Так, сколько ты там? 360. Надо где-то рыбу брать. В общем, все закручено на прокачке этих самих вот этих домиков, ребят. Я знаю точно, что где-то у меня стоит домик, который я заказывал на улучшение, но я почему-то не могу его найти, прикинь. Один домик я уже должен прокачать, в принципе. Может быть, просто не надо ничего делать, он может автоматом как-то прокачиваться. Ладно, давай еще один построим. Я просто не могу понять, сколько он дает в прибавке. А, плюс один викинг? Подожди, нет. Друзья мои, 45 викингов он получается, да? Чтобы увеличить, улучшить лачугу викингов до второго уровня. Да, ребята, на первом уровне он дает всего одного викинга, на втором уровне он дает 45. Слушай, ну прикинь, два домика — это уже 90 викингов, это считай 100. Тогда есть смысл, ребята, нам фармить железо. Как ни крути, но опять же, очень много ресурсов надо. 360, видишь? Все возле этой древесины и рыбы у нас с тобой все закручено. И... Ладно, пока подождем, ребята. У нас сегодня будет событие. Точнее, я его буду допроходить. Я надеюсь, там не стекло еще времени, потому что последний раз, когда я зашел, там оставалось менее чем сутки. И уже, сам понимаешь, прошло более 12 часов с того момента. Так, давай-ка мы тебя отправим опять в приклю... Ох, какой красивенький, ребята, скин. Недра тьмы. Пускай летит, ребята, в недра тьмы. Так, здесь мы что с тобой получим? Здесь мы получаем, наверное, янтарь, скорее всего. Или шестеренку. Нет, руны. 12 штук. Так, Барсик, ты у меня тоже полетишь в приключения, но пока в самое простенькое. Кревет. Ой, кревет. Кривоклык. 7 рун. Давай мы его дальше отправим на поиски. Бесплатно, естественно. И Громгильда. Кто бы сомневался, конечно же, ты дашь мне тусклый янтарь. Так, с этим пока вроде бы разобрались, да? Тут заказать можно что-нибудь? Так, блестящий янтарь взяли. А заказать можно. Так, рыбу, вот, ребята, у меня рыба-то, оказывается, есть. Слушай, кто у нас там за рыбу хотел искать? Кревет? Нет, кревет, по-моему, за древесину или за рыбу. Так, где он? Это шторморез, это не то. Вот он. За рыбу, да, друзья мои. Пускай идет, ищет еще 4 штуки. Итого будет у нас 7. Плюс костолом еще 4 штуки найдет. Это будет уже 12. И сколько у нас? Больше не хватает, к сожалению, пока. Если бы была бы древесина, я бы отправил бы нашего шепота смерти, естественно, за древесиной. Видишь, академку. Академку нужно прокачивать, друзья. Без нее, ну, сам понимаешь, мои драконы никак не получат выше 100 уровня. 392 рыбы. Тоже 4 штучки. А этот... Ну все, все, ребята, либо рыба, либо древесина нужна. По-другому пока никак. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой откроем пак. Бесплатный. Монеты. И громель, душитель, шепот смерти. И ресурсики. Так, и бесплатный еще. Ну, понятное дело, монеты Одина. Чудовище, древоруб, шторморез. Как-то так. От этого мы отказываемся. Ну что, друзья,
Погоди-ка секундочку еще. Надо вот здесь вот забрать. Чуть не забыл я этого. Обшмонать. Иди на поиски. Так, у нас еще и паки с тобой, кстати, заканчиваются. Я бы даже сказал, уже закончились. Кревет, громель, экзотический шепот смерти. Заберем с тобой награды. Так, 20. Маловато наград, конечно. 20, 20. И здесь еще по 20-очке. Не хватит 20 буквально для того, чтобы получить награду. 13 дней, ребята, у нас осталось. 13 дней. А нужно нам получить с тобой 7500. Есть шанс. Есть, ребята, шанс. Маленький, но есть. Если, конечно, мы будем с тобой выполнять ежедневки. Так, ну что? Идем на события. Ух ты, у нас еще новое событие, ребята. Хитрые против стремительных. Но это будет доступно через один день, 19 часов. Грубо говоря, через 2 дня. Ну, а пока я буду проходить вот это вот. Путь по ту сторону. Остается, друзья мои, мне 5 боев всего лишь делать. Потому что я за кадром проходил уже. Боялся, что мы не успеем. И, кстати, у меня не накопилась даже вся энергия. Прикинь, вся энергия не накопилась. Нужно 5, а у меня всего лишь 3. Ну что, Клыкокрив, давай-ка мы начнем с тебя. Начнем с тебя. Он тут один единственный стоит. Начнем, говорю, с тебя. Так, понижаем сразу же ему защиту. Лишь бы не было сбоев. Ну, я имею в виду вылетов из игры. Замечательно. Так, это у нас последняя волна. Ну, тут даже не знаю. Начну, пожалуй-ка, наверное, со змеевика этого, старкрылого. Кнопки я, ребята, расставил. Ну, по поводу вот этих вот наших ударов. Теперь мне не надо сюда кликать постоянно. У меня все под кнопочками. 1, 2, 3, как говорится, да? Первый, второй, третий. Первый можно даже было не ставить, потому что он автоматически идет. Нас интересуют именно вот эти вот. Второй и третий. Так, что бы здесь... Наверное, я буду все-таки громля шуршать, потому что у него все-таки фаербол. Ну, у этого тоже разбег, но это не так страшно. Не настолько страшно, как фаербол от громля. Так, бомбим сюда. Наверное, хильнемся. Подожди, почему? Блин, не на те кнопки жму, ё-моё. Как так-то? Сейчас может быть, ребята, плачевная обстановочка. Ладно, еще нормально, держимся. Погнали. Выстояли, да, получается, мы с тобой? Ну что, разбега у него нет, просто удар хвостом. Сейчас он сделает. Так, мы с тобой еще раз захиляемся. Теперь нам уже практически ничего не страшно, даже если он сделает разбег. А он его не сделает, потому что энергии не хватает. Все, мы его добиваем, друзья. Давай, наверное, вот так вот. И переходим на следующий поединок. Здесь нам достается 125 миллионов рыбы. Так, и мы двигаемся дальше. У нас мини-боссик. Друзья мои, мини-боссик. 100 рун потом в карман положим. Надеюсь. Так, что у нас тут? Громорог и душитель. Ну, этого громорога я трогать пока не буду. Я, скорее всего, начну, друзья, с душителя. Раз, два. Так, кусанем. Дальше идет громорог. Мы, наверное, с тобой понижаем защиту. Плюс... Ага, плюс добивка. Нифига. Так, понижает он броню. Ну что, я думаю, мы успеем хильнуться с тобой. Сейчас шторморез как раз этому поспособствует. Вот так вот. Успеем добить? Как думаешь? Ай-яй-яй-яй-яй, ну как же так, ну чуть-чуть осталось-то, господи. Ладно, Барсик, мсти. Ох, ничего себе. И все, почти все ребята 17 уровня. Это пристиголовые, которые, как бы тебе сказать попроще, они бомбят огнем. Они бомбят огнем. И если они все накопят энергию, конечно, у всех не получится нас прожарить огнем, но фаерболами они могут нас запинать. Ну вот что-то типа того сейчас было. Приблизительно. Так, давай, наверное, отхиливаться сразу же. Так, сейчас еще кто-то фаербол бомбанет. Слушай, никто не стал
Отлично. Есть шанс вот этого нахлобучить. Так, давай-ка, наверное, хильнемся все-таки. Ну, вот этот сейчас будет жарить пламенем. Ах, ты вот так решил сделать? Это только вторая волна у нас, да, получается? Все, переходим на третью. Ё-моё. Не забывай, что это мини-боссики, ребята. У них усиленная атака. Твою налево, блин. Шепота надо валить. Шепота в любом случае нужно валить. Иначе будут неприятности. Хотя от этих тоже неприятностей жди. Опа, ты видишь, что творит? Ты видишь, что он вытворяет? Так, Барсик, да, наверное, сейчас нахлобучит. Ну, естественно. Так, нам даже с тобой никак не хильнуться, прикинь. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас, по-моему, Барсика уничтожат. Нет, мы еще живем. Слушай, мы еще живем, да мы еще и хильнемся, кстати, я тебе скажу. Так что не все потеряно. Ну что, всей гурьбой, как говорится, атакуем пристеголового. Давай вот так вот. Слушай, мини-боссик пройден, причем довольно неплохо. Ну что, крутанем очередное наше колесо. Надеюсь. Опа. Шикарно, кто-то у нас с тобой отправится еще за рыбой. Ой, за рыбой, за железом. Так, мы забираем с тобой 100 рун. И смотри, у нас сколько остается, ребята, энергии. 2. То есть раз, два. А сюда не хватит. Придется покупать. Придется нам покупать. Ну и фиг с ним, давай купим. 60, как говорится, 2 руны потратим. Ничего страшного. Тем более сейчас я, знаешь, вот если честно, остыл к такой вот бешеной гонке за рунами. Я не знаю почему, раньше я как фанат просто, знаешь, руны, руны. Сейчас я к этому отношусь как-то более проще, потому что и в этой игре столько появилось нужных мне вещей, даже порой иногда важнее, чем эти руны, что я даже как-то немножко все это пересмотрел. И скажу тебе, что некоторые ресурсы даже будут подороже, чем эти руны. Так, тихо, тут, блин. Куда вы его сюда ставите-то мне, эй, ребятушки? Здесь он как бы нафиг не нужен. Опа, мы сейчас с тобой сделаем хитрый ход. На-ка, бомби своего кореша. Бомби, бомби, не стесняйся. Вот, молодец. А мы будем тебя в этот момент бомбить. И еще сделаем вот так вот. Так, он сейчас, наверное, жарить будет. Давай вот сделаю так. Добьешь же ты. Ну, почти, ребят. Почти он его уничтожил, так что добиваем здесь. И добиваем тут. У нас с тобой как раз энергии хватит на отхил. Шепот смерти и пристеголовый. Ты не припухли, парнишка? Опа. Подлечились. Как ты достал своими фаерболами? Вот серьезно тебе говорю. Ну давай делай что-нибудь уже. Кусает. Мы этого добиваем, охламона. А этому понижаем с тобой защиту. Что ты творишь-то, а? А, это последняя волна. Можно не волноваться, друзья. Все, пройдено. Ну что же, крутанем. Заберем с тобой 25 миллионов рыбы. Маловато. Лучше бы где-то 100-125. Так, и пак. Пак идет к нам в карманчик. Загадочный. Кстати, тут загадочный, потом будет ареновский и какой-то там еще пак. В общем, друзья, мини-босс поджидает нас. Давайте 2 волны, не надо 3 волны с мини-боссом, пожалуйста, 2. Они дают 3 волны. Еще и музыку забрали у нас. Причем пристеголовые разные. Эти у нас хитрецы. Слушай, а как у нас фиолетовые звучат, ты не помнишь? Фиолетовые. Синие хитрые. А эти проворные. Нет, проворные и хитрые, это, по-моему, то же самое. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем вот так все-таки. Сейчас я его добью. В минус. Так, и надо будет не забыть хильнуться. Так, он промахнулся, да? Залечим раны. Раз, два.
Все-таки успеет пшикнуть. Да, пшикнуть он успел. Ну что, переходим с тобой на вторую волну. Ох, ё-моё. Два скалотряса. Как же их звать-то там, скалотрясы? Бриллиантовые. Ну, выглядят они круто, на самом деле, да? Такие в камни на них. Шипы, как будто вот драк металл какой-то. Или драк камни. Драгоценность, короче, на спине. Мне не нравится, что у Барсика мало здоровья. Совсем мне это не нравится. Надо его как-то выручать, спасать. А он сейчас своим двойным укусом, да? А, он переключился. Отлично. Так, ну что, переходим с вами на последнюю волну. И кто у нас тут? А это Громобой. Собственно, персона, ребята. Вместе с Душителем. Вот они тандемчик себе здесь устроили. Я хильнусь. Это необходимо. Так, Громобой. Потом... Сейчас понижать будет мне защиту, да? Ах, вот что ты делаешь. Ты у нас, оказывается, делаешь смятение, так скажем. Ну что, я тебе скажу следующее. Этот мини-боссик у нас будет пройден вообще на изи. На-ка. Ну что, крутанем колесо. Заберем с тобой. Опа, рыбка. Отлично. Забираем пак. И идем уже на босса, ребята. На самого главного хулигана. Так, ужасное чудовище, шторморез, древоруб, злобный змеевик, сарделечка. Слушай, по-моему, древоруб может прокачаться. Или мне показалось? Сейчас, секундочку. Вот он. Конечно, может. Слушай, 12 разряд он получает. Слушай, это неплохо. 12 разряд, у него есть защита с отхилом, плюс... Хм. Но все равно маловат уровень. Уровень пока маловат. Надо докачать его. Так, ну что, мы с тобой идем. Я восстанавливаю одну энергию и на мини-босса. После этого забираем с тобой пак, и событие это будет пройдено. Сколько? Две волны? Отлично, это меня устраивает. Начну, естественно, с пристиголового. Костолом пока потерпит. Тем более, это у нас мини-боссики идут. Погнали. Пристиголового этого, я думаю, мы сейчас с тобой быстренько расчехлим. Сейчас пламя вжарит. Ух, тем более. Я думал, если он пламя сейчас лупанет, будет нормально. А, он готовится к оглушению, ребят. Кому-то сейчас прилетит. Да ладно. Ты серьезно? Ты даже не стал бежать, делать свой разбег козырный? Что-то не то. Что он задумал? Что ты задумал, а? Костолом. Ага, он ждал момента. Он ждал момента, понял. Оглушил, допустим. Так, первая волна пройдена. Переходим на вторую. Ох, ёк-макалёк. Два пристиголовых. Хорошо, он вооружился здесь, смотри-ка. Так, начнем. Давай, наверное, вот с этого начнем. Плюс надо обязательно залечить раны, потому что у штормореза очень мало здоровья было. Вот это, конечно, мне не нравится. Понижение защиты. Этот сейчас хряк начнет его лупить. Да ладно. Так. Естественно, залечим раны. Вот неугомонный. Все, не отцепится от моего этого. Блин. Что он делать будет? Игра вредитель, она взяла и вылетела, друзья. Угу. Так что мне теперь придется проходить заново этот поединок. Мало того, что проходить заново, так еще и заплатить за это придется. Рунами. Так, будем надеяться, что больше вылетов не будет. И как раз этот вот, когда начал... как его звать-то? Скалотряс. Бриллиантовый этот. Начал бомбить своим пламенем, в этот момент вылетело. То есть даже не во время моего хода, а именно во время хода врага. Так, ну что, продолжаем также тогда такую тактику делать. Вначале пресеголового этого выносим, да? После уже трогаем костолома. Здесь что бы нам сделать-то?
Ну, давай понижаем ему защиту. Сейчас. Блин. Не нравится мне это. Кого он будет сейчас? Наверное, сейчас... Тихо, нам надо залечить раны. Потому что у Кривоклыка очень мало здоровья. Ну, он сейчас, естественно, сделал свой разбег. В тот раз он бомбил по шторморезу. А в этот раз в кого? Опять же в него. Понятно, значит, не меняется, да? Приоритет у него. Так, мы с тобой... Давай хильнемся. Давай хильнемся. И ударчик. Здесь то же самое. Начинаем с этого. Потом плавно перейдем сюда и уже будем... Главное, чтобы этот хряк опять что-нибудь тут не намудрил. Чтобы у нас опять с тобой ничего не сбилось. Смотрим, кого он. Неужели сюда будет? Ой-ой-ой, вот это вот хуже всего, ребята. И этот сейчас, да? Ай, твою налево. Ты посмотри, как мне не нравится это все. Здесь, друзья мои... А, мы можем вот так сделать. Так даже будет эффективнее, чем тратить прилив сил. Два укуса, понятно. Залечить раны, залечить раны. Или же надо залечить раны, друзья. Потому что он сейчас будет делать суператаку. Фаербол. Ух, вжарил. Надеюсь, не будет вылетов. Я хочу, чтобы игра у меня вылетела. Удар сюда. Теперь хиляемся. Нам его нужно добить. Вот именно на этом моменте в прошлый раз вылетела игра. Все, друзья мои, мы с вами прошли это событие. Ну что, крутим последний раз колесо. Забираем с тобой... Ох ты, 175 миллионов рыбы. Ну и пак, естественно. Давай, давай. А, он на почту там полетел. Здесь мы еще с тобой получаем... Угу. Награды. И это у нас груша. Висит груша, нельзя скушать. Отлично. Так, друзья, идем на почту. Начнем с нашего загадочного пака. Ну, в нем обычно ничего интересного нету. Так, все простенькое. А вот следующий пак более интереснее мне. Так, серия испытаний, набор. О, рунки. Экзотический шоп под смерти. Ну, у нас он есть, поэтому, ребят, я его отпускаю на волю. И теперь смотрим, кто у нас добывает нормальное железо. Так, ты у нас, по-моему, за древесину, да? Древесины у меня, к сожалению, нету. Так, кто же у меня тут за рыбы? Из-за рыбы-то ищет. Угу. Так, вернуть. Блин, он же за древесину, ё-моё. Что-то я не посмотрел внимательно-то. Вот он. Ты за рыбы, да? Иди ищи. Так, у нас еще... Подожди, у нас еще с тобой есть рыба. Это получается... Нет, этого мало. Вот это надо брать. Кто еще ради рыбы у нас готов искать железо? Тут 80 уровень не нужен. Надо прокачать тогда этого барса и вепря. Пару. Да ладно, больше никто, что ли? Не, быть такого не может. А, по-моему, громобой. Ну-ка, точно, ребята. Громобой, а то он, смотрю, засиделся там втихаря. Ну что, друзья мои, вот еще на пару домиков у нас с тобой будет викингов. Тут и викингов будет у нас. Железо, естественно, будет на пару домиков. И это круто, вот он домик. Не забыть бы его. Я надеюсь, они сами отстраиваются. Не надо там, как это, помнишь,
Завершить поток. Хотя, вот если ускорить сколько? Давай проверим. Слушай-ка. О, сооружение улучшено. Слушай, так а где же тогда тот домик? Я же заказывал домик себе. Почему я его не могу найти? Куда он делся-то? Так, о, боги, драконы вырубили весь лес, пока нас искали. Так, это Нюхохвату я сделал задание, специально его отправлял на эти поиски древесины. Где же этот домик-то, твою же налево? Да как так-то? Ну, подожди, дай-ка камеру так вот повыше сделаю. Скорожал у нас тут еще тоже мелкий. Он что, в пещерке у нас, что ли? Живет. Ну да, получается так. Или я, ребят, невнимательный, или я действительно не вижу. Но домик у меня должен быть. На прокачке. Это я точно тебе говорю. Я с утра сегодня его ставил. Перед работой. И не завершал. А ты видел, да? Чтобы завершить, нужно нажать на вот этот вот молоточек. Трындец какой-то. Опять моя, наверное, невнимательность. Сейчас я, друзья, отправлю этих дракончиков тренироваться. Угу. Расширить академию нужно. В общем, пока я что-то не вижу. Что у нас тут? Эрит не воспринимает меня всерьез. Мне нужен новый план. Придумал. Я выращу огромного тайфумеранга. Так, повысить уровень тайфумеранга на 3 и поручите добыть 50 тысяч древесины. Древесины, да? Летит тайфумеранг. Ладно, надеюсь, мы как-нибудь потом с тобой увидим. Может быть, вы увидите. Что-то я не могу, ребята, увидеть это все дело. Ну что, конечно, хотелось бы мне сходить на арену, друзья мои, но времечко уже поджимает. Сходим, наверное, уже завтра на арену. Заодно, я думаю, что, наверное, будет доступно уже это событие. Хотя тут двое суток, наверное, не будет. Но зато в следующей серии мы с тобой домики закажем, потому что железо будет, да? И наберем с тобой паков. Ну а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.